Арт-сквер снова звучит. В минувшую субботу на пересечении улиц 10 августа и Марии Рябининой состоялся очередной рок-концерт. На этот раз здесь выступили 4 музыкальных коллектива. Из Лежнего Казус выступил. Оставьте это нам, училище культуры. Из нашего музыкального центра Легион. И завершает наши деды, можно сказать, уже прадеды. Это «Танец солнца». Много в этот день звучало незнакомой ивановцам музыки. Новые коллективы удивляли зрителя разнообразием направлений. От рока плавно переходили к лирике и даже читали рэп. Также музыканты исполняли каверы на самые известные рок-композиции. Было довольно много знакомых песен, Green Day и Noise MC, которые мне тоже нравятся. Вот. Ну, хотелось еще там несколько моих любимых групп услышать, но надеюсь... меня не порадует. А это коллектив из Лежнего, группа «Казус». Ребята начали играть всего 2 года назад, но уже есть успехи. Музыканты ко всему подходят творчески. Костюмы не исключение. Почему в таких необычных костюмах? Ну, хочется выйти. Не знаю, просто как-то интересно. Так, ну, хоть как-то разбавить. Мы играем легкий рок, ну, иногда такой поп, что-то такое, ну, то есть не тяжелый, ничего такое для восприятия, то есть, ну, общего. Теперь рок будет звучать в арт-сквере каждую субботу. Послушать настоящую живую музыку смогут все желающие. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.